Всем привет! Ни для кого не секрет, что общение – это главная функция телефона. Но если совершать звонки и посылать смс может практически любой аппарат, даже самый дешевый, то более продвинутые аппараты, соответственно, обладают и более продвинутым функционалом. Итак, я сегодня хочу поговорить об сервисах передачи мгновенных сообщений через интернет, всяких аськах-масяськах. Давайте приступим. Кстати, мне уже пришло такое сообщение, видите. И раз оно пришло, начнем именно с этой программы. Это программа Я-онлайн. Как вот я нажимаю, и как видите, мне пришло сообщение. Вот человек пишет, понятно, я ему написал только что, что снимаю обзор. Кстати, привет, если ты увидишь это. Также Я-онлайн это клиент мобильной почты. Даже сейчас программа и называется «Мобильная Яндекс.Почта». Тут мы можем совершать все те же действия с почтой, что и на компьютере. Например, просматривать ее. Вот, просматривать почту. Можем листать, как говорится, закрыть, удалить почту этой кнопкой, написать новую почту. Контакты тоже, видите, которые мы использовали, тоже присутствуют. То есть с этим все в порядке, с этой функциональностью. Контакты Я-онлайн, как вы видите, обладают иконками. Это, собственно, яндексовский протокол передачи данных, поддерживающий Jabber. Вот, которые есть, иконки, они все имеются в наличии. Но, помимо всего прочего, я еще использую программу MobileAgent от mail.ru. И вот ее функциональность частично, наверное, пошире, будем так считать. Что же она из себя представляет? Как вы видите, тут контакты присутствуют не только mail.ru, но и ICQ и других протоколов. И давайте я покажу вам подробнее, какие протоколы можно создавать в учетных записях. Итак, вот мы берем, создаем учетную запись, и у нас есть mail.ru, ICQ, Jabber, Я-онлайн, Google Talk, Live Journal. Причем можно одновременно работать с несколькими учетными записями, и все протоколы, которые есть, они будут отображаться в общем списке. Как видите, присутствует кинетическая прокрутка. Это тоже довольно удобно. Когда мы открываем диалог с кем-то, то вот открываются вкладки, мы можем переходить по вкладкам. В принципе, все это стандартно, но просто разные протоколы, как я говорю. Но есть еще и интересная особенность, а именно возможность это передать сообщение через СМС. И хоть он сейчас пишет, возможно, сообщение не было доставлено, на самом деле оно было доставлено, это проверено. Итак, вот мы можем напечатать что-то, и когда мы нажимаем «Отправить», то сообщение предлагают отправить. Вот, собственно, и все. То есть отправляем, и оно приходит абоненту. Тактика такая, мы пишем «Заходи в Аську», если у человека тоже есть мобильная Аська, и дальше продолжаем переписываться. Это, в принципе, получается экономно и очень выгодно. Ну и что еще могу рассказать? Еще к программе MobileAgent есть еще дополнение, такое как Informer. Он, как видите, показывает погоду с прогнозом на завтра, еще пробки и котировки валют. Также можно записи в блоге от мейла послать или поискать по интернету. Вот видите, опять мне на Яндексе пришло сообщение, вот сверху отображается иконка, тоже я могу пройти. Также и на Informer можно зайти, используя вот такую вот кнопочку. Вот видите, заходит на Informer. Хочу сказать, что это не единственные программы, конечно, и там их очень много. Slick, Баян ICQ, Frink, но я пользуюсь именно этими, а в принципе вы можете выбрать другие. Они в принципе довольно похожи по функционалу, тут уж кому что удобнее. Я думаю, на этом все. Всем пока.